Всем салют, это Мусновости, и с вами по-прежнему Андрей Колосов. Начнем с низов. Московская рэп-андеграунд группа «Полумягкие» представила свой юбилейный 10-й альбом «Бум». Релиз вобрал в себя лучшие из предыдущих творений, разбавив треки интересными экспериментами, раскрывающими стиль с неожиданной стороны. Альбом проносится на одном дыхании, как всегда радуя классическим звукам московской подземки. Пластинка доступна на всех стриминговых площадках. А теперь поднимемся на поверхность, чтобы успеть за Филиппом Киркоровым. 53-летний поп-король объявил о своей подготовке к конкурсу «Евровидение-2021».